Но для начала я сломаю твою маску. Ты не коснешься статуи. Наруто, используй свой шанс, когда он попытается переместить тебя. В этот момент он материализован. Обычные атаки будут просто проходить сквозь него. Просто готовься к контратаке. Бисан, пожалуйста, подними меня повыше. И не растрачивай чакру на сильные удары. Знаю, Даттебайо. Нужно избегать рукопашных атак. Наверх! Можно начинать. Супер маленькая бомба хвостатого. Мангёку Шаринган. Клыки-близнецы! Этот? Похоже, что нет. Тогда? Отличный расчет времени! Отлично, я смог восстановить достаточно чакры. Неужели? Я иду за твоей статуей. Хамуй! Если я сосредоточусь на его голове, оно не сможет пережить это. Наивно. Наруто! Эти камни на пути, черт! Бисан, понял! Лети! Он разрезал этот булыжник при помощи райкири. Я не успеваю. Наруто, продолжай! Я разберусь с кунаем! Черт! Что это было, Даттебайо? Судя по виду, эта царапина не от удара, Наруто. Она больше похожа на порез. А ведь точняк! На левой стороне! Похоже, что атака Наруто успела его задеть до того, как он исчез. Молодцом, Наруто! Продолжай в том же духе! Отлично! Теперь у нас точно есть шанс на победу! Честно говоря, это не атака Наруто оставила эту царапину. Ты опять за свое! Вот всегда ты такое говоришь! Думаешь, это сделал кто-то другой? Открылся! Не стоит меня недооценивать! Барьер пламени Учиха! Горячо, горячо, горячо! Неужели? Нет, это невозможно. Но впервые вижу, чтобы кому и остановилось. Но это царапина. Она точно осталась от куная, на котором я использовал Камуи. Ты в норме, осьминог! А похоже, что я в норме.
Он создал барьер. Придется сначала разобраться с парнем в маске. Я это с самого начала планировал, Даттебайо. Черт! Это значит, что его ниндзюцу... Йо! Не впечатляет. Ну что? Даже захватить меня не можешь. Погоди, как такое возможно? Разве так бывает? Все техники телепортации связаны между друг другом? Нет, вовсе нет. Мы с ним исключение. Хоть оно и выглядит так, что атака проходит сквозь него, в действительности же, та часть тела, что контактирует с тобой, переносится в другое измерение. Я же сказал, хватит пустой болтовни! Твои слова ничего не изменят, а потому бессмысленны. Уже слишком поздно о чем-то сожалеть. Реальность безжалостно тащит нас за собой. Твои слова ничего не значат для этого паренька. Четвертый запечатал меня в Наруто, чтобы он смог одолеть тебя. У тебя все получится! Да! Опять эта сила! Ты слушаешь? Чем чаще нападем, тем больше у нас шансов! Нужно вступить в бой! Какаши, мы должны... Этот человек, он может быть... Напасть на меня в одиночку, как глупо. Йоу-йоу! Черт! Я догадываюсь, о чем ты сейчас думаешь. Я тоже об этом подумал. Но оставь все как есть. Сейчас не время распускать сопли. Твой ученик Наруто уже вступил в бой. Я не один. Не забывай про Кураму. А еще про осьминога и Би. И учителя Толстобровика, и про Какаши-сенсея. То, что они знают, как работает мое джутсу, ничего не меняет. Решили контратаковать? Что это? Вперед! Гай! Узнаю своего вечного соперника! Что за сила духа? Камуи! Если они задумали то же, что и раньше, то мне просто нужно не позволить Наруто пройти сквозь меня. Что? Теневой клон? Получай! Бомба хвостатого зверя! Опоздали. Стыд да и только. Значит, кому и телепортировал не Розенган, а самого клона? Он одурачил меня. Ты чтоб тебя, Какаши! Да кто же ты? Черт! Черт!